17 августа ректор Казанского федерального университета Ильшат Рафкатович Гафуров и секретарь приемной комиссии КФУ Бодров Олег Германович провели пресс-конференцию, посвященную предварительным результатам приема 2017-2018 год. Подводя итоги, можно сказать, что приемная кампания завершилась успешно. Казанский федеральный университет улучшил свои показатели. Как по среднему баллу ЕГЭ, это 78,68 балла, так и популярность среди абитуриентов. 100 бальников у нас с учетом призеров и победителей Олимпиад 68 в этом году. Это достаточно большая цифра, и с территории Татарстана 45 человек. Ну, вот на августовском совещании, которое проходило в Муслюмово, как раз президент нашей республики Рустам Магомедович акцентировал внимание ректорского состава о необходимости более плотной работы со школьниками и с призерами, и со стабальниками для того, чтобы осуществить, ну, оставить, как было сказано, большее количество интеллектуалов именно на своей территории. Всего в КФУ с учетом институтов Елабуги и Набережных Челнах на первый курс бакалавриата и специалитета на бюджет поступило 4980 человек. Помимо приема на бюджет, абитуриенты активно подают заявления на коммерческие места. На сегодня заключено уже 4048 договоров. Ну, это работа достаточно непростая, поскольку сегодня выбор вузов достаточно большой, как внутри страны, так и за пределами нашей страны, поэтому люди, которые себя уверенно чувствуют, всегда выбирают тот вуз, где бы они дальше продолжили учебу, исходя из собственной точки зрения, исходя из того, что говорят родители, подруги, друзья. Поэтому эта работа достаточно непростая, но это ежедневная работа, независимо от того, осуществляется данный момент приема или нет. По словам ректора, вуз ежедневно ведет работу по привлечению абитуриентов. Но у каждого выпускника школы должен быть свой выбор. Было отмечено, что работа со школьниками начинается уже после сдачи ГИА. Совершенно согласен с тем, что говорит Рустам Магомедович, что школа определяет будущего гражданина и человека на базе школы. Поэтому мы очень внимательно относимся к запросам школ. Пытаемся внедрить те требования и те вызовы, которые... Но мы не можем жить по древним канонам, когда нам говорят, вот раньше там, вот так делали, вот раньше так. Мы анализируем, как раньше делали, и сохраняем у себя, либо если что-то потеряем, возвращаем все ценное, то, что раньше было. Мы смотрим на 2-3 периода вперед. Также ожидается новшество в образовательной деятельности КФУ. В этом году вуз получил международную аккредитацию по 7 образовательным программам магистратуры. Эти программы позволяют выпускникам иметь сертифицированный диплом для работы во всех учреждениях мира. Наши студенты сегодня получают очень хорошую работу, в том числе за границей. Они тоже это оказывают свое влияние, смотрят, где получил образование человек. Может быть, студенты, выпускники рассказывают. То есть это работа, нельзя сказать, что одного года, вот мы в этом году взяли, это все копилось годами, видимо, вот как вот накопительный эффект начал это все срабатывать. Аурелия Сташкова, Олег Апачаев, Айрат Ботиков, Универньюз.